Приветствую вас. Ну, собственно говоря, мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович уже вам ответил. Мне кажется, ответил он вам максимально полно. В том смысле, что вам делать. Вот. Но я все-таки, наверное, еще добавлю и в чем-то перескажу, перефразирую то, что сказал мой коллега. Смотрите, первое, на что вам нужно обратить внимание, это то, для чего вы хотите вернуть мужчину, человека, да, для чего. Это первое. Это первый очень важный вопрос. Зачем я хочу вернуть своего мужчину? Если мой мужчина ушел, да, ушел, потому что был несчастлив, ушел, потому что ему было со мной тяжело, да, вот, а я его теперь хочу вернуть. Ну, наверное, все-таки имело бы смысл задать себе вопрос, а зачем? Зачем я хочу его вернуть? Почему я его хочу вернуть? Да? Это первое. То есть я хочу это сделать для, допустим, себя, или я хочу это сделать для, допустим, него. Если для себя, то что я хочу для себя получить? Если для себя. Если для него, да, то опять же этот вопрос очень важный. Если для него, то что я хочу получить? Опять-таки, что я хочу получить? Для него. То есть, что я могу дать? Что я могу ему дать? Вот. Ну, мне кажется, это очень важный вопрос. Вот. Это вот такое. Это вот такой аспект. Следующее. Если человек от вас ушел, да, если человек от вас ушел, если он ушел из-за вашей ревности, вот, что вы там слишком, ну, слишком, да, слишком давили на него и так далее, да, то, соответственно, в таком случае, ну, необходимо, чтобы вы разобрались причинами, по которым вы на него давили. Ну, просто потому, что было бы крайне наивно думать, вот, что ситуация изменится после того, как вы вернетесь, ну, вы будете вместе, вот, снова. Понимаете? Поэтому в этом смысле смотреть нужно на себя.
в этом смысле исследовать нужно, свои реакции, которые, вот, которые у вас, да, у вас имеют место быть. Исследовать нужно в этом смысле свои, ну, свои реакции. Вот. Ревность возникает, как правило, тогда, когда человек, ну, скажем так, не верен в себе, когда человек, скажем так, сомневается в себе, когда человек боится одиночества, когда человек хочет, чтобы другой человек принадлежал ему, это воспринимает человека некий как некий предмет, да, некий такой вот, если угодно, статус, статусность, вот это вот такая определенная статусность, вот. Из-за отсутствия собственной реализации в такой полной мере это происходит. И на мой взгляд, с этим вот нужно работать. То есть именно вот смотреть, исследовать, как у вас получилось так, что стали вы человека ревновать, да. То есть, ну, по сути, не доверять ему, да, и заочно, обвинять в том, что он вам изменяет. Вы к этому как-то пришли. И мне кажется, что нужно в этом вопросе разобраться, как минимум. Потому что, как я сказал, ситуация не изменится от того, что вы будете вновь вместе. Ситуация не изменится, ситуация не поменяется, не станет лучше, не станет проще из-за того, что, ну, из-за того, что вы вместе, вот. Опять будет. Я надеюсь, это понятно. Дальше. Так. Значит, так. Прожили, встречались. Так, в общем, 3 года вместе расстались. Это требовало внимания. Так, потребность внимания. Да, потребность во внимании. В чем там потребность во внимании, Татьяна, перекликается с... ревностью, в чем-то, потребность его внимания перекликается с ревностью. Вот. Здесь понятно, что надо бы поисследовать, конечно, как перекликается с ревностью, потребность ваша во внимание. Вот.
То есть, если, ну, если перекликается, да, то как? Почему вы нуждаетесь во внимании? Опять же. То есть, вот, это все, на мой взгляд, да, нужно исследовать обязательно. Исследовать и изучать. Это важно. Это очень важно. Потому что так вот по-другому не получится. Дальше. Значит, вы говорите, что хочу все изменить. Ну вот вы пишете, да, что хотите все изменить. Что именно все вы хотите изменить? Не очень понятно, Вот. Но я думаю, что начать нужно в первую очередь с вас, в первую очередь с себя и начать менять себя. Ну, это совершенно очевидно, как 2 за 2. Я надо, да? Вот. Но неплохо было бы как-то вот конкретизировать то, что вы хотите изменить. Опять же, что вы хотите изменить и почему вы хотите изменить. Это важно. Дальше. А вы говорите, что сексом мы занимались уже с молодым человеком, который ушел. Таким образом, ну, то есть, занимаясь сексом с человеком, таким образом вы позволяете ему себя использовать. Ни много, ни мало. И, по сути, обесценивать. Зачем ему к вам возвращаться, если вы позволяете заниматься собой, с собой сексом? Вот. Если вы позволяете заниматься собой сексом. И при этом, по сути, дела ничего, как бы, не требуете взамен. То есть вы манипулировали им, он научился манипуляции у вас и манипулирует теперь вам. Вот. Такая получается история. Очень неприятно, как вы, ну как вы понимаете, да? Наверное. Вот, что сделать, пишите вы, так, что делать, как исправить ситуацию, как протянуть его снова, сама постановка вопроса, да, как вы вопрос ставите, как мне протянуть его снова, она свидетельствует о том, скорее всего, что у вас ничего не поменялось в плане ревности, то есть вы как ревновали молодого человека, вы его так, в принципе, ревнуете. Ревнуете дальше. Уф, вот. Это очень тревожно. Это очень тревожно, потому что ревность не доведет вас до добра, до чего-то хорошего, вот, и чтобы это исправить, нужно поработать с причиной, того, с чего все это началось. А началось это все с того, что вы начали ревновать, вот, соответственно, с ревностью, с самостоятельностью, с
независимостью от мужчины. Маму нужно работать. Для начала. А дальше уже будет видно. Еще раз повторюсь. Ревность, основная причина, по которой человек боится ревности, а испытывает ревность, это тотальное непринятие себя. Это страх быть брошенным, страх одиночества. Вот. Эти проблемы требуют индивидуальной психотерапии. Вот. Пока что вы себя сами не любите, в процессе психотерапии вы научитесь себя любить. Вот. Пока что можете просто спросить себя, что именно вы себе не принимаете на данный момент и почему. Ну, я полагаю, что этот вопрос, он автоматически прояснится, когда вы подумаете, почему так хотите отчаянно вернуть своего молодого человека, да, и почему даже не вернуть, а притянуть. То есть такое ощущение, что удержать. Ну а если там есть удержать, там нет, люблю. Вот, поэтому и расстался. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.